совесть есть. Что? Ну по такой игре ты зачем перебивать тогда? Ребята, у тебя есть совесть? Подсказывает, ребят. Какая система? Я дал перебирать. Ассистент, пока. У тебя совесть есть? Кто поднимал? Ты больной, что ли? Ты больной, что ли? Я спрашиваю. Я что разговариваю, как хочу, понял? Я что разговариваю, буду как хочу, понял меня, нахуй? Снимай форму свою, поделай, что сука по-другому. Не надо, не надо. Пойдем. Чуваки, ну это пиздец обидно, но вы говорите, что мы опять орем на судей, ну просто, блядь, игра за игрой, ну сейчас по такой игре ты даешь перебивать, ну блядь, с какого хуя? Ну это ебать, именно руки опускаются, обидно, чуваки, что за хуйня? Смотри, вот смотри, нет, на работу, смотри, он еще не бьет, он уже Вот, блядь. Слушай, а если бы такая ситуация была, ты бы так развонялся? Я бы не вонял, блядь. Поверь мне, нахуй. У меня есть совесть, при 3-3, блядь, не давать прибивать. Наоборот. У меня есть совесть, а у тебя нету, блядь. И сиди смеется, ну смейся, блядь, суди дальше, нахуй, в любительских турнирах. Давай, блядь! Пусть он, блядь, довольный, блядь, нахуй. Снимет форму, блядь, по... потом... Блядь, снимет форму, потом подписит, блядь. Как ты, блядь, футбол судишь? Ты сейчас научись под мозгушкой. Пусть сейчас подпиздит. Ты чё научись, у меня квалификация. Пусть сейчас подпиздит, блядь. Пусть сейчас подпиздит, блядь. Переоденемся. Давай, сейчас переоденемся, блядь. Идите отдыхайте. Подожди, переоденемся, потом подпиздит.